Hello, everybody. First, I would like to say congratulations to the NSA for the win this game. It's a very good team. We do our best with the limitation that we have at the moment. Only not it's not a skill, but the long trip that we have. We do more than one day traveling here, but this is for both sides. And we fight on the first 7 minutes of the first half. We are so with the NSA, but after we do some mistakes and take advantage. I don't know if you want to translate. Okay. В первую очередь хотелось бы поприветствовать вас всех. Спасибо, что пришли на пресс-конференцию. Была очень тяжелая игра, и я поздравляю NSA с заслуженной великолепной победой. Это очень сильная команда, с ней всегда очень сложно играть. Это не является ни в коем случае никаким оправданием, но мы находились в тяжелых условиях. Возможно, вы знаете то, что далекий перелет из Лиссабона около 7000 километров туда-обратно. Мы ни в коем случае не считаем это оправданием. В первую очередь мы проиграли, потому что Енисей хорошая команда. Первые 7 минут игры мы, как мне казалось, боролись более или менее на равных, но после этого мы начали допускать ошибки, и Енисей нас за это наказывает. Okay. I think that the difference between the two teams is are not so 30 points. I think that is less, but I would like to say again that Енисей is a very, very good, good team. In my opinion, it's the team who go win this group and pass to the next phase. And but it's not done yet. We have more 3 games to do. We are in trouble because we never win one game at this in this phase. But we go do our best for on the next 3 games. We do better than this first round. Еще раз хотелось бы повторить, что Енисей великолепная команда, и хоть я и не считаю, что на самом деле разница между командами в уровне мастерства это 30 очков, может быть поменьше, но Енисей великолепная команда, и по моему мнению Енисей закончит уверенно на первом месте в этой группе и выйдет в следующий этап Кубка ФИБА Европа. Нам осталось сыграть 3 игры, пока мы не одержали ни одной победы, но мы будем бороться, как вы знаете, возможно, из истории нашей команды. Во втором этапе Кубка ФИБА мы никогда не одерживали ни одной победы, и мы хотели бы порадовать своих болельщиков максимально хорошими результатами. Большое спасибо. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, Константин. Гарри Крайло сегодня вышел в стартовой пятерке. Обычно он уходит со скамейки. С чем это связано? Started today. Normally he comes on from the bench. Why did you decide to start him? Why did you start with Гарри Крайло and not put him on the bench? First, I don't. It's not true. Sorry about that. Because they don't come to the bench all games. He begins sometimes. Other times begin others. We have to think about our international games like today. But I have to think about the national game that is our first goal of the for our team. The next game that we have on Sunday is a tough game out away. And tomorrow we stay. We only arrived in Lisbon and on Friday. So we don't have to rest the team, the guys. But normally, Derek don't come from the bench. He begins normally. So I don't understand the question. Я не совсем с вами согласен, потому что это не совсем верное утверждение, что обычно он начинает на скамейке. Иногда мы выпускаем его в старте, иногда он действительно заходит и усиливает игру со скамейки. У нас несколько целей. Основной все-таки задачей для Бенфики является национальный чемпионат. И у нас в воскресенье очень тяжелая игра в национальном чемпионате, игра на выезде. А как вы знаете, учитывая долгую дорогу между Красноярском и Лиссабоном, мы доберемся до Лиссабона только в пятницу. Мы взвесили возможные варианты и приняли решение, что сегодня он начнет в основе, но обычно он даже у нас чаще начинает в основе, чем заходит со скамейки. I think we did a great job on the rebounding situation, and also we played together really well. We had a lot of assists today. I think we just played really well. We played together. A lot of guys got shots, hit open shots, and I think this team was really focused in today. And I want to congratulate our team. В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Сегодня вы нас поддерживали замечательным образом. Ваша энергия помогла нам бежать, идти вперед к победе.
Я бы сказал, что сегодня у нас получилась игра очень хорошо. Мы работали вместе как единый механизм, как команда. Мы создавали ситуации для открытых бросков. У нас хорошо шли эти самые броски, потому что они у нас не всегда получаются, к сожалению. Но сегодня мы работали на высоком уровне. И хотел бы поздравить команду, всех своих одноклубников и всех собравшихся болельщиков еще раз с заслуженной победой. Пожалуйста, вопросы к игроку. Костя, спасай ситуацию. Нет, у тебя кто нет вопросов, ты все понимаешь, что писать с нами. Друзья, есть вопросы к Тони Тейлору? Мы все отдыхаем. Тони, да, Тони, тебе желают уже отдыхать, идти и не хотят тебя пишут. Окей, что вам угодно, да, Мимо? Большой перерыв был между играми. С одной стороны, мы отдохнули и были свежие, а с другой стороны, потеря игрового ритма плюс. Есть некоторые проблемы со здоровьем у игроков, о которых мы не сообщаем. Поэтому ряд игровых связей был потерян. Игра началась не самым хорошим образом. Пустили несколько своих атак. Но, тем не менее, были готовы к игре и через защиту практически разрушили нападение соперника и добились необходимого нам результата. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Константин, давайте. Константин Кучер, Sports.ru. А какая была установка на игру? Поняли, что Бенфика играет от нападения, потому что защищаются они по турниру не очень хорошо. Я думаю, что это прежде всего связано с тем, что команда потеряла мотивацию, проиграв в отборочном цикле Лиги Чемпионов. Соответственно, была задача разобраться с нападением соперника, прежде всего индивидуально, не дать тем игрокам, которые набирают основное количество очков, атаковать в комфортных условиях. И, в принципе, это удалось, потому что три четверти мы пропускали меньше, чем 20 очков. Это хороший результат. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Скажите, какие прогнозы на следующие игры в целом? До конца сезона или только на ближайшие? Давайте на ближайшие. Мы очень хотим выиграть. Реализуется? Через 4 дня узнаем про первую игру. Я не могу делать прогнозы. Если бы я умел угадывать результат, я бы тогда уже работал в другом месте и зарабатывал другим. Честное слово, это же легче. Поставил, угадал, выиграл и ушел. Тут работать еще надо. Пожалуйста, еще вопросы? Друзья, не скромничайте. Константин. В начале сезона разговаривал с Владом Трушкиным. Он сказал, что у него не всегда получается защищаться персонально против быстрых маленьких игроков. Сегодня мы поставили его против самого опасного, наверное, ну, одного из двух самых опасных игроков соперника, Мараиша, защищаться в начале. Чем это свой взгляд? Влад прибавил в этом компоненте, и за счет чего, почему именно Трушкин был опекал Мараиша? Потому что, если сравнивать скоростные данные Заваруева и Трушкина, то они примерно одинаковые, плюс-минус. Если сравнивать третью позицию, то Вася довольно неплохо разбирается в посту с высокими третьими номерами. А в связи с тем, что Мараеш играет пик-н-ролл чаще, в случае, если будет неудачный размен, то ему легче защищаться против большого. Отсюда была логика, как бы поставить более высокого игрока, потом он выше ростом и длиннее руки. Соответственно, Мараеш играет от прохода, атаковать через более высокого игрока, даже в сильную сторону, было тяжело. А Влад справился тем, что не дал ему атаку вправо. А влево он, в общем-то, не особо преуспел, скажем так. Еще вопросы? Пожалуйста. Дмитрий Торожевский. Вопрос по новому игроку Хилиарду. Как он вписывается в команду? И будет ли он задействован в Лиге? В Еврокубке он может играть только с плей-офф. Это законы и новые правила. В Лиге ВТБ он заявлен. Сейчас он готовится вместе с командой к игре в Латвии. Игрок известный в плане того, что он 2 сезона провел на довольно высоком уровне с удачными и неудачными играми в Лиге ВТБ, но тем не менее
он знает лигу, он знает условия и обладает рядом плюсов, которые, надеюсь, что нам удастся совместно реализовать. Пока он провел несколько тренировок, говорить о чем-то рано. Пока просто очевидно, что парень умеет играть в баскетбол. Пожалуйста. Акимов Иван, вопрос про того же самого игрока. На какой позиции вы собираетесь его использовать и в чем, ну, его основная работа на площадке, в чем будет заключаться? Прежде всего, позиция 2. Атакующий защитник, который, в принципе, может играть и в третьей позиции, более тяжелым форвардом против игроков, скажем так, меньше габаритов. Основная работа – защищаться вместе с командой, помочь команде играть более агрессивно в раннем нападении и, помимо этого, обострять игру в связи с тем, что Хиллард хорошо двигается, может серийно выпрыгивать, подбирать свои же собственные атаки. Поэтому будем надеяться, что он поможет нам скрывать зону, создавать ситуацию для атак другим партнерам. Пожалуйста, еще вопрос. Ярослав Сергей, Московский комсомолец, Красноярск. Вы довольны, как действовали против Холлиса? Там он всех забил 19 очков. Можно было как-то поменьше задержать там. И он забивает всегда по стопу. Я доволен, что команда выиграла 30 очков, а Холлис мог и 40 забить. Если мы выиграли 50, то пусть забивает. Были ошибки, без ошибок не бывает игры. Всегда кто-то ошибается. Холлис учился с Тони в одном университете. Это не тот игрок, который не знает, как забивать. Поэтому то, что он что-то забьет, было очевидно. Тем не менее, его отрезали от команды и дали ему забивать. Холлис всегда играет так. Поэтому я считаю, что мы справились с этой ситуацией. Наверное, кто-то мог сыграть лучше. Но это игра. Легко как бы после игры уже сидеть и думать, что, наверное, можно было бы сыграть лучше, при этом так думают все, включая игроков. Но игра уже закончилась, это уже история. Пожалуйста. Акимов Иван, у вас в ближайшее время в календаре единой лиги УТБ не самые легкие соперники. Это Локомотив, Кубань и Уникс. Собираетесь ли вы как-то недооценивать турнир Кубок Европы, чтобы больше подготовить команду именно к этим играм? Не собираюсь. Буду оценивать со всей серьезностью. Еще вопросы, пожалуйста. Давай, Костя, за финалик. Да не за финалик. Ты держишь про запас, да, то есть сидишь как. Мы сейчас просто разговариваем, а потом еще с тобой пришла. Ну давай, хорошо, пожалуйста. Второй соперник уже активно использует зонную защиту против Енисея. Предыдущий соперник Левский, у них довольно хорошо получилось. Это сегодняшний соперник не очень. Но Лев же тоже, наверное, поставит. Как-то как будет команда готовиться к этому. Зонная защита. Зонную защиту не так часто играют, поэтому у нас есть ряд взаимодействий. Мы не всегда их повторяем. Почему? Потому что акцентируем внимание на основных моментах. И я думаю, что мы повторим некоторые взаимодействия, которые, может быть, не так часто повторяем. Но и сегодня мы могли сыграть чуть лучше, там несколько пропущенных атак. Я прежде всего, во всяком случае, сейчас через полчаса после игры оцениваю это как потерю игрового ритма у тех игроков, которые должны были разобраться прежде всего зоны, потому что Заваруев болел, Стыхалкину удалили зуб, очень тяжело. Эти люди, которые входят в ростер первых шести игроков и могут вполне на том, что они умеют, думаю, зону расстрелять. Пожалуйста. Володя Печкуров, уже несколько игр подряд, сегодня он где-то не попался и проскинул. В последних матчах выглядит очень хорошо. Это что, кратковременный всплеск или он качественно все-таки растет? Это гений моего таланта. Шучу. Мы дали поиграть Володе в играх, которые были для нас, может быть, не настолько важны. Это прежде всего игры, которые мы могли себе позволить играть более спокойно в Еврочеллендж.
Нельзя раздать всем сестрам по серьгам игровое время по 5 минут не распределить на всех, чтобы все были довольны и каждый одинаково бросил это игра. Поэтому он получил игровое время, поймал свой ритм и использует этот шанс. Что он умеет играть, было понятно. Вопрос, как это использовать, потому что есть те, кто играет лучше. Вот и все, поэтому он играет, поймал свой игровой ритм. Сейчас как раз то, что возникла пауза, и игроки получили дополнительную практику, пришло на пользу Алды. Пожалуйста. Как будет сейчас потратить состав на игру, получается, ну, на следующую игру сейчас играть, у нас получается 14 человек составили, формировать игру весь его. Как мешается проблема? Нет, я понимаю, просто понятно, что, например, Сергей не тут вполне слабее, чем остальные ребята. Кто будет, так скажем, вторым? Это будет во-первых, не хочу загадывать, потому что надо закончить последнюю тренировку и на ней определить, кто проведет на выезд. Так уже было неоднократно, потому что баскетбол – это контактная игра, что всякое может случиться, включая травмы и болезни и все прочее. Потом за этим сейчас следит медицинский штаб. В городе есть болезни, игроки такие же жители города, они точно так же болеют, они все себя хорошо чувствуют. В зависимости от этого мы будем исходить, кто будет в наилучшей форме, те и поедут на выезд. Потом возить просто так пассажиров никто не повезет. Нужно оценивать, в какой позиции, если будут проблемы, и против кого мы будем играть. Пока мы думали о Бенфике, сейчас мы приступим к анализу УЕФА, хотя мы его и знаем, но тем не менее, нужно будет понять, в какой линии нам будут более нужны и какие игроки. Отсюда будем уже принимать решения. Спасибо. Ну давайте еще вопрос. Можно тогда охарактеризовать, вы сказали про УЕФ, можно в общих чертах охарактеризовать УЕФ сильные стороны команды, ждать соперника? Ну, потому что просто УЕФ в этом году очень грамотно формировался, и они большую работу проделали в предсезонной подготовке. Многих игроков я знаю, потому что работал в Латвии, некоторые знаю с детства. И также литовские игроки есть. Финансовые, наверное, возможности у УЕФА не самые большие, но тем не менее, есть игроки и хорошее сочетание баланса опыта и молодости. Молодые игроки достаточно перспективные, многие входят в сборные национальные страны. И довольно неплохие ветераны, например, тот же Блумс, который является лидером по результативности. Вот. Это ветеран Шкеле, который играл еще и 10 лет назад на том же примерно уровне. Может быть, сейчас он не стал чуть быстрее, но никуда не деть. Да? То есть он все равно понимает эту игру и знает, что делать. Помимо этого, что такое Латвия? Латвия – это стартовая площадка для иностранцев, потому что, хорошо отыграв в Лиге ВТБ в чемпионате Латвии, они могут получить работу в каких-то других клубах. А играть против ЦСКА, без сомнения, тяжело. Особо себя не покажешь. А играть против Енисея, в общем, хороший шанс, поэтому будет гипермотивация. Плюс в Риге всегда тяжело играть по этим. После матча с Нижним Новгородом говорили, что психологически команде помогло поражение на сборах. Но ВФ на сборах мы выиграли. Как вот из игроков, из голов игроков убрать вот ту победу в ВФ? Причем там она была в какой-то мере довольно легкой до травмы Тони. Как травму Тони получил, там команда немножко встала. А до этого легко выигрывали ВФ. Страшить начнем прямо сейчас. Сразу же пугать. Да, я думаю, что в нынешнем сезоне коллектив сложился таким образом, что все адекватно понимают, и самое главное, имеют большое желание подняться как можно в лиге, выше в лиге ВТБ. И думаю, что проблема вот это не мотивация в данной игре будет, а состояние. Вот. Поэтому, если с состоянием все будет нормально, будем играть, игра покажет. То, что вы серьезная команда, знают игроки, они же видят скаутинг, видео и следят. Соответственно, мы тоже мотивируем, и если мы видим, что есть шапкозакидательское настроение, то в них есть я всегда могу. Спасибо.
сказать, что вернет к жизни. Спасибо.